Здравствуйте! В эфире программа «Химки Спорт» и я ее ведущая Екатерина Юшина. Как всегда, мы информируем вас о самых значимых и ярких спортивных событиях, в которых участвуют наши спортсмены. Не забываем и про самых активных жителей нашего города. Если вы любите спорт и уделяете этому достаточно времени, то, возможно, и о ваших достижениях мы снимем сюжет и расскажем в наших выпусках. Наши футболисты досрочно вышли в футбольную национальную лигу. Накануне на стадионе «Родина» подопечные Вадима Хафизова со счетом 4-0 разгромили Тверскую «Волгу» и обеспечили себе первое место в зоне «Запад» второго дивизиона. Павел Рыбальченко побывал на победном матче. «Химки» открыли счет уже на 10-й минуте после точного удара Дмитрия Ахбы, а перед перерывом преимущество удвоил Игорь Чернышов. В течение всего матча «Химки» владели инициативой, и в середине второго тайма Федор Дворников головой после навеса Кирилла Родионова сделал счет разгромным. На 74-й минуте Кирилл Заика дальним ударом отправил гостей в нокаут. «Эта игра решала наш выход, поэтому все с удовольствием играли. Невроза поначалу была, но потом все как бы полетели, ноги сами бежали. Никогда же сейчас даже нет усталости, вот у меня лично. Все хорошо, все, ПНЛ». После финального свистка орда болельщиков бросилась к футболистам. Как и положено, с шампанским и конфетти химчане отметили выход любимой команды во второй по значимости турнир России ФНЛ. «Ребята молодцы, все равно провели. Хотя немножко, знаете, так, в начале была, скажем так, минут 15 игра, может быть, под давлением, где-то скованная. Но в концовке, конечно, счет мог быть и значительно больше. В принципе, я думаю, что этого было достаточно для того, чтобы все-таки праздник в Химках осуществился». Теперь игроки смогут немного перевести дух. Однако, несмотря на первое место, до конца сезона расслабляться никак нельзя. «Химки» готовятся выполнить личную задачу – провести сезон без единого поражения. Для этого команде Вадима Хафизова осталось не проиграть ни в одной из оставшихся четырех встреч. К слову, прямо сейчас выполнение этой задачи в самом разгаре. Красно-черные проводят матч против одного из аутсайдеров первенства. Домодедово занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. На счету команды 5 побед, 7 ничьих и 12 поражений. Как итог, 22 очка. Напомним, футбольный клуб «Химки» не проиграл ни одного матча в сезоне. И все болельщики с нетерпением ждут завершения этой игры. А мы переходим к другим темам. Баскетбольный сезон также близится к завершению. И на очереди матчи серии «Плей-офф». В 1/4 единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Химки» одолел «Локомотив Кубань» из Краснодара. Напомним, что серия играется до 3 побед, и «желто-синие» успешно провели все 3 матча. Правда, в первой встрече возникли трудности в защите, и игра завершилась со счетом 86-80. Исправив ошибки, команда Ивановича уверенно обыграла «Лока» в следующей встрече – 97-83. После этого серия приехала в Краснодар, и там, на чужой площадке, наши баскетболисты праздновали победу – 71-86. Таким образом, подмосковная команда прошла в полуфинал. 19, 21 и 24 мая пройдут очередные матчи лиги, уже против ЦСКА. В первые два дня встречи состоятся на площадке соперника. А сейчас вспомним самые яркие моменты третьей игры против команды «Кубани».
молодежная лига ВТБ уже завершила сезон. И мы рады сообщить, что химчане второй год подряд завоевали бронзу. Ровно как и второй раз баскетбольные болельщики наблюдали финал восьми. В решающий момент в игре против дубля Самары команда Олега Резова смогла переломить ход встречи и вырвала победу 69-66. С таким счетом завершился матч за третье место. В Химках прошел чемпионат по водно-моторным видам спорта. Молодые спортсмены от 7 до 18 лет соревновались в категориях маневрирования и слалом. С наступлением теплой погоды сезон только начался, однако и осенью, и зимой юные спортсмены упорно тренировались. Дети занимаются у нас в зале, занимаются общей физической подготовкой, а также на квадроциклах и снегоходах. В жюри сегодня и бывшие выпускники Химкинского центра подготовки. В 2003 году Даниил Мельников стал чемпионом Европы, а в 2009-м – чемпионом мира. Теперь возглавляет сборные Химок и Московской области. Участников Даниил судит по всей строгости. Основным критерием является время, за которое спортсмен проходит трассу. Собственно, следующим критерием является частота прохождения трассы. Для того, чтобы пройти трассу, необходимо не задевать буи, потому что каждый задетый буй – это дополнительное время к времени попытки. Добиться успеха в водно-моторном спорте не так-то просто. Новоиспеченный чемпион мира Николай Зверобоев в прошлом сезоне со своей командой завоевал золотые медали на турнире в Италии. Однако к местным соревнованиям титулованный спортсмен подходит не менее серьезно. Это придает все-таки какой-то опыт. На всех соревнованиях ты волнуешься, и на таких соревнованиях ты можешь к этому подготовиться. В этом году я хочу выиграть чемпионат мира во всех двух дисциплинах. Записаться в Химкинский центр подготовки по водно-моторному спорту могут дети от 7 до 12 лет. Сделать это можно в спорткомитете городского округа, расположенном на территории арены Химки. Забег в честь Дня Победы прошел в сквере Марии Рубцовой. В легкоатлетической эстафете по традиции участвовали все школы нашего округа. В общей сложности порядка 450 человек. На торжество пришли и сами ветераны. После праздничного концерта и возложения цветов к памятнику танка Т-34 был дан старт эстафете. Ребята бежали в футболках с названиями 30 городов-героев. Данное мероприятие мы формируем, организовываем с точки зрения патриотизма, воспитания патриотизма у нашего подрастающего поколения, с выступлением артистов, с нашими традиционными песнями, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Ну и количество, оно всегда перерастет в качество. Главное – память. Память о тех людях, которые дали нам светлое, мирное небо над головой. Победу в ожесточенной борьбе одержала команда школы номер 19. Второе место занял 21-й лицей, а бронзу взяли ученики школы номер 17. О том, какие события из мира спорта пройдут в ближайшие 7 дней, вы узнаете из нашей рубрики «Афиша». 20 мая на поле спорткомплекса «Родина» пройдет матч 2-го дивизиона зоны «Запад» по футболу. В 28-м туре встречаются «Химки» и «Ивановский текстильщик». Начало встречи в 19:00. 21 мая на стадионе «Арена Химки» пройдет матч российской футбольной премьер-лиги. Столичная «Динамо» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало в 13:30. 24 мая на паркете баскетбольного центра «Химки» состоится третий матч 1-2 единой лиги ВТБ. «Химки-ЦСКА». Начало в 19:00. Это был обзор самых интересных и ярких спортивных событий недели. Смотрите программу «Химки Спорт» на нашем канале, а также на сайте himkismi.ru. Я, Екатерина Юшина, с вами прощаюсь. Мы встретимся ровно через неделю, ведь нам всегда есть что рассказать.